В Берлине прошел 45-й гей-парад. В столице Германии он называется «Кристофер-стрит-дэй». По подсчетам организаторов, в субботнем прайде приняли участие около 500 000 человек, которые в разноцветных костюмах и под музыку прошли через центр Берлина до Бранденбургских ворот. Девизом ЛГБТ-шествия этого года стала фраза «Больше эмпатии и солидарности». В честь прайда радужные флаги были подняты даже над Рейхстагом и офисом Олафа Шольца. «Разнообразие – наша сила», – написал канцлер Германии у себя в Твиттере. Aber ich glaube, in der White House hättest du gerne 100 Bilder.